Мы возлагаем самые большие надежды на экономические санкции. Я вам скажу, что вот это вот чувство превосходства, которое культивируется в России, превосходство России над другими странами, оно смехотворно и ни на чем не базируется. Валовый национальный продукт Российской Федерации значительно меньше валового национального продукта даже одного штата Калифорнии Соединенных Штатов. Вся экономика этой страны держится на природных ресурсах, которые они выкачивают и продают.